Наша местная, в смысле нью-джерсийская поэтесса Галина Печура пишет так: «А в твоем невинном взгляде глубина и чистота, но зачем-то притаилась вдруг пороченка у рта». Я так немножко попытался классифицировать понятие пороченки и пришел к выводу, что это такое общее понятие, как и пороки, и они могут быть, которые могут быть разными у разных людей. Я попытался представить себе вот некоторые конкретные виды таких пороченок, которые могут встретиться, и свое стихотворение назвал «Особые приметы». Я, едва закончив школу, полюбила паренька. Он был то ли гинеколог, то ли шофер грузовика. Он любил уху и студень и болел за ЦСКА. Только жаль, имел занудинку у левого виска. Повстречала инженера, эталон моей мечты. То ли из Рио-де-Жанейро, то ли из-под Воркуты. Под его невинным взглядом я забыла все табу, но заметила вдруг садо-мазохистинку на лбу. Я любила Есаула, не боялась ни черта, только все перечеркнула шизофрененка у рта. В миг интимного общения возле проруби в реке у него я извращененку узрела на щеке. Повстречала одногодка из соседнего села. У него на подбородке алкоголинка была. Сам он был не глупый малый, без намека на шизу. Я не сразу увидала педофилинку в глазу. А наконец-то, Богу слава, я нашла свой идеал. Он в душе моей по праву занял высший пьедестал. У него, что интересно, одного из многих тысяч. На носу простой и честный, благородный, милый прыщ.